Всем привет, дорогие друзья мои и подруги! Это свершилось! С вами, как всегда, Алекс и Warzone 2.0. Режим добыча четверки. Наконец-то! Если кто не знает про этот режим, то этот режим очень классный по прокачке вашего оружия. То есть вы можете взять любую пушку, если у вас нет сетевой игры, да, она не куплена, и покачать ее в добыче. Я предлагаю посмотреть на этот режим, так как этот режим был в первый Warzone, а во вторую его добавили вот только что вечером. Вечером добавили, естественно, я тебе снимаю, увидишь ты этот ролик попозже, не забывай про свой лайк. Кстати, я поменял скин, вот такой вот. Боевой пропуск, я напомню, у нас закончился всего лишь за один день. Да, вот так получилось, так вышло. Простите, извините, мы купили весь боевой пропуск за один день, и за один день его, в принципе, прошли. Поэтому я очень жду перезагрузку и очень ждал добычу, и у нее, посмотри, какие глаза у нее. Это хорошие глаза, мне они нравятся, как раз глаза для добычи. Эти глаза хотят очень сильно добычу и денег. А пошли посмотрим на этот режим, потому что я, как я и говорил, видел его только в первой Warzone, там мы играли с друзьями, есть куча роликов на канале, как мы играли, проходили, выигрывали, брали рубины всякие, я уже не помню, что, какие награды были там, но рубины точно были и бриллианты, я это помню, да, по топу 1 по добыче. В общем, режим очень интересный. Очень увлекательный. Конечно, режим ДМЗ мне нравится, наверное, больше, хотя в эту добычу я еще не ходил, вот сейчас сходим. Итак, добыча начинается. Интересно как-то, как будто бы королевская битва. Как будто бы королевская битва начинается, добыча. Очень странно. В общем, по-моему, она и в первый Warzone также начиналась. Мне кажется, с первой Warzone начиналось все именно так. Вот, начинаем добычу. Ага, здесь есть тоже жетончики. Это очень важно. Очень важно, трофеи. Хорошо, сюда хотят. Вот, давай сюда подтвердим. Спрыгнем. И полетим туда. Ой, смотри, сколько игроков. Здесь надо квесты выполнять, в принципе. Ну, а вот и денежки, смотри, 2 миллиона. У нас несгораемая сумма. То есть, если мы насобираем 2 ляма, они не сгорят уже. Это очень приятно, это было в первой части, вот так вот. Очень хорошо и очень классно. И я не понимаю еще, есть ли у меня оружие, но походу есть, потому что в добыче всегда было оружие. Вот, как бы ты ни хотел, оно было. Оно было у тебя, и ты можешь постоянно отписать. В общем, прокачивать оружие. У кого нет сетевой игры, у меня то есть сетевая игра, и в принципе все оружие уже прокачано. Как минимум на золото платину, то есть, ну, это по этим, а по обвесам я еще докачиваю оружие, с которым я не играю, и я его прокачиваю тоже, дабы забрать обвесы на то оружие, с которым я играю. В общем, вот так вот как-то так. Давай начнем быстренько, денежки. Что здесь, броня, патроны? Броня, патроны, ящик. Ящик с броней беру. Вставляю броню. Смотрю, что здесь. Оружие у меня. Гадюка. Это что такое? Игровая консоль. Игровая консоль. Ящик с боеприпасами. Ну, пусть ящик с броней будет. Ящик с боеприпасами отмечу. Так, вот жетон. Жетон, нифига себе. Граната. Граната у меня есть. У нас здесь что-то человек делает. Вот, NVIDIA Reflex отключил я. И как-то, честно говоря, немножко дубовенько стало. Но это неправильно, что в играх надо что-то отключать, чтобы не глючило, не вылетало. Мне кажется, рефлекс здесь ни при чем, но без него как-то скучно. Так, денежки берем. Мы насобирали, вообще чуть-чуть насобирали. Нам надо больше, больше денег. Надо смотреть, где игроки еще есть. Я бы с игроками, честно говоря, пофайтился. Посмотрел бы, как смерти действуют. То есть, возрождаемся мы быстро или не быстро. Или как это вообще происходит. Облака хорошие, все хорошо. Цитадель можно открыть, вообще зайти. Смотри, здесь маг 10. А вообще кто-то есть здесь, интересно, в цитадель? Здесь вылетают стимуляторы. Здесь однозначно где-то сундук есть. Вот он. Вот он. Сумки с трофеями, тоже деньги. Деньги везде. Пластинки берем. Броня сразу третья.
Опа, где? Где? Вижу. Блин, что-то проглючило как-то. Это бот. В добыче есть боты. Ёлки-палки-то. Я думал, это противник, реально противник. Все цели уничтожены. Мы квест сделали только что. Поезд едет, я хочу посмотреть поезд. Я хочу посмотреть его. Блин, я что-то так медленно бегаю в добыче, как-то непривычно. Опа, и рывками какое-то, что-то пошло рывками. Возможно, лучше рефлекс включить, наверное. Поезд едет без звука вообще. Алло, я догоню тебя-то? Поезд с рывками, а что со звуком? Короче, в игре что-то со звуком, ты слышишь, да? То есть, то нету звука и прям какие-то рывки. В общем, я так и ожидал от добычи. В принципе, я большего ничего не ожидал. Я знаю, что здесь есть еще сундучки, есть деньги. Есть станции покупок. И раньше, кстати, раньше в этом режиме, в этом чудесном режиме, была одна штука такая. Одна штука... Комикс. Комикс можно продать. Магазин. Вот куда можно было скинуть все деньги. Шарики были вот эти вот. Все это было. Все это было. Я хочу сходить на магазин. И, естественно, посмотреть, как скидывать деньги можно здесь. Интересно. Есть ли здесь какая-то механика для скидывания денег? Есть магазин, где я могу все продать. Вот. У меня есть деньги. Допустим, я хочу что-то здесь купить. Набор страхования жизни есть. Кредитная карта. 10% страхования жизни. Давай возьмем. Самореанимацию. Какой-то кэшбэк действует. Кстати, верстака я здесь не вижу, да. Ну, естественно, он здесь и не нужен. И ничего не понял я. Ничего не понял я. Очень интересно, но ничего не понятно. Страхование жизни. Это очень интересно. Зачем? Ага, вот. Вот жетонница. А нет, это не жетонница. Это квест какой-то. Странно, что он стоит здесь. Ладно, давай пойдем вот туда. Надо пролутать все. Мы и смотри, насколько отстаем от топовой команды. Отмечаю группу целей. Ликвидируйте их всех. Да, где они? Там реанимация, забирайте. Где они? Ага, вот. Иду сюда. Здесь контракт ликвидации. Здесь контракт ликвидации. У нас на самом деле я бы не шел бы. Там коронка даже есть, нифига себе. Ну я что, сам пойду? Никто не хочет идти. Что-то БПЛА застряло здесь. Смотри, летел, застрял. В общем, со звуками вообще беда какая-то. Ты слышишь, да? Они стали приглушенные. Спасибо. И... совсем отвратительные. Они взяли контракты, не идут. Ну, я хочу посмотреть. Да, я не хочу топ-1 здесь брать или еще что-то по деньгам. Очень открытое место, такое ощущение, что половину текстур вообще пропало. Все цели уничтожены. Опа. Фига себе, это очень интересно. Здесь что-то с деньгами упало, непонятно. Здесь уже были игроки. Здесь есть где-то стрельба. Я не знаю, как рефлекс влияет, конечно, но может это и не рефлекс, может это что-то новое, знаешь, что-то новое, новая добыча повлияла вот так вот. Как-то все дергается, но мне кажется, добычу поправят.
делаю захват. Я не знаю, что это. Обычно это деньги, да. Вот. Мы чуть-чуть выросли. Война идет везде, но не здесь. Здесь какая-то тишина, реально. Люди собирают деньги. Уничтожить. Вот, у нас есть цель, которую надо уничтожить. Цель у нас здесь сидит. Противник в этом районе. Цель у нас... А где моя меточка? Подожди. Да, я так поставлю. А, вон меточка моя. Вот, они там воюют. Я, естественно, хочу... Лагает конкретно, слушай. Лагает конкретно, просто конкретно. Противник достиг 75%. Непонятно, что это за 75%. Мы на пятом месте. Я сейчас лягу, подожди, я рефлекс сраный включу. Посмотрю вообще, так или не так оно. Ты знаешь, вот включил рефлекс. Что с рефлексом, что без рефлекса, лагает конкретно. А кто это стоит просто? Это что, завис, чувак? Это я не знаю, что такое. Он-то, походу, так играет. Здесь у нас цель где-то, он просто стоял. Очень дубово, очень дубово. Игровая консоль, патроны. Патроны возьму, плашечку возьму. Все цели ликвидированы. Здесь война идет. Опа, здесь на монетке прямо чувак есть. И не один. Я в открытую сильно, но у меня паралаги, знаешь, такое, как будто бы ощущение от помышки по всему, что я в замедленной съемке. Понял? Противник что-то там на ударном вертолете, я так и не понял. О, можешь допрыгнуть. Пожалуйста, ты ж допрыгивал. Проследите, чтобы он передал данные. А, у меня броня только есть. Моих ребят здесь, конечно, нету. Мои ребята не любят файтиться. Парашют я не могу открыть, я боком летел, ты видел? Жесть лагает, конечно. Жесть лагает, она как будто бы тормозит. Точечка есть. Они меня там ищут. Опа, я нокнул кого-то. Я нокнул кого-то. Так, мне бы ящик с припасами найти. Они уезжают? Чё, зассали? Блять, ну почему у меня лагает? У меня рывками прямо. Почему, когда новый режим... Всегда лагает. Они скрылись. Жесткий диск мне не надо. Данные пошли. Защищайте район. Так, что, пойдем мы жетоны скинем, наверное. Я одного нокнул. Очень лагает. Я не знаю, при пристрелке я проиграю с такими лагами. Возможно, они... Передача окончена.
Контракты выполняем, все выполняем, но охочусь на отряды только я. Передал трофеи. Бля, я не слышал его, даже я услышал в последний момент просто. Просто в последний момент. Вот и посмотрим, что за, со смертями у нас. Очень херово идет добыча. Очень херово. Реально. Реально подлагивает. Наши ребята здесь такое, значит, ПВП они однозначно не любят. Вот, возрождение идет, это самое главное есть. Значит, можно пушки прокачать. Блёдька, пробил, жму. Открой парашют. А что это за ящик? Подожди, блестит. Давай на него. Блин, все, шестое место. Противник собрал больше денег. Я упал. Значит, вот такая вот добыча. Ну, много чего здесь нового, наверное, есть. Видишь, ящики какие-то. Охота, все. Я бы на отряды поохотился бы здесь. С них деньги повыбивал. То есть, вот так вот это работает. Ты выбиваешь с отрядов деньги. Они их ищут, а ты с них снимаешь сливки. Раньше это было так, это было прикольно. Но сейчас ребята, видишь, выполняют квесты. За квесты ты тоже как бы и оружие прокачиваешь, и боевой пропуск у кого не прокачан. У меня-то боевой пропуск давно уже, то есть... Ну, видишь, как Call of Duty работает. Видишь? Полностью боевой пропуск уже завершен на 100%. Вот они, 100%. Вот это грузит так. Рефлекс без рефлекса вообще по барабану. Просто по барабану. Ну вот здесь нормально, а там видишь, как какие-то подгрузки идет. В общем, я не знаю, когда поправят Call of Duty. И вот здесь опять, во, прогрузило, смотри. Прогрузило, про шейдеры не надо писать. Я их переустановил два раза специально перед видео. Перед видео я их переустановил, оптимизировал, что только там не сделал. В общем, играется вот так вот оно. Бага очень много, конечно. Я не знаю, о чем думают даже разработчики, честно тебе сказать. Я просто не представляю, о чем они думают. Вот, но добыча мне понравилась. Если тебе понравилось, поставь мне много-много-много-много лайков, и мы пойдем туда, обратно в добычу пойдем. Обратно пойдем в добычу. Все, пока-пока, до скорого, увидимся.